Вячеслав Битаров поручил проработать вопрос участия молодых врачей в государственных программах «Комплексное развитие сельских территорий», «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Это позволит обеспечить специалистов рабочими местами, повысить качество жизни в селах республики. Я тоже хочу обратить внимание главных врачей, где мы предоставляем субсидии сельским жителям на жилье. Мы закон приняли в республике, чтобы по ипотеке процентную ставку компенсировать. Мы для кого его приняли? Для ваших же врачей. Вы врачей подавайте, врачей, молодых врачей, для них мы эту программу делали. Для того, чтобы своему сотруднику помочь. Беспроцентно для него обходится ипотечный кредит. Или в селе, в ФАПе работник нужен. Вот поставьте его на очередь, чтобы через Министерство сельского хозяйства по этой программе с субсидиями на жилье сельских специалистов получил деньги, там приличные суммы, миллионы, полтора миллиона и так далее.